Сегодня на доске подсчета новые лица. Фото барнаульцев, которые внесли значительный вклад в развитие города. Спортсмены, спасатели, военные, врачи, работники сферы образования. Сегодня в зале те, кто действительно достоин лучшего. Но я думаю, каждый из вас сейчас в голове представляет еще череду своих соратников, друзей, коллег, которые позволили достичь этого результата. И я думаю, признание каждого из нас – это есть признание всех барнаульцев. Всего на доске почета 28 барнаульцев и 12 рабочих коллективов. Тех, кто не попал, но наград, безусловно, заслуживает, пригласили в ДК города. Самым достойным вручили медали, почетные грамоты, благодарственные письма. Город Барнаул – это еще сегодня такая большая единодушная семья единомышленников, горожан, которые очень любят свой город, которые все делают для того, чтобы он становился день ото дня все краше и краше. Делают город краше и комфортнее, безусловно, дорожники. Сегодня в Барнауле торжественно открыли часть автодороги по проезду Северному Власихинскому. К работам приступили в прошлом году. Протяженность полотна составила свыше 1,5 километра. Стоимость проекта, который стал подарком ко дню города, почти 250 миллионов рублей. Данная улица является очень важной для новых микрорайонов, потому что она обеспечивает транспортную доступность для очень большого количества населения. Тут есть и ЖК «Адмирал», и различные кварталы, которые вводятся. Данная улица у нас позволит разгружать параллельные дублеры и поперечные. То есть это будет одна из хордовых магистралей индустриального района. Качество новой дороги проверила и передвижная лаборатория. Ровность соответствует необходимым требованиям. А уже сейчас подрядчик приступил ко второму этапу строительства. Его планируют завершить до конца года. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.